Об уровне развития общества судят по тому, как оно относится к старикам и детям. То же самое можно сказать и о власти. Что касается подрастающего поколения, то администрация Ленинского района создает все условия детям и подросткам для успешного обучения в школах, занятий творчеством и спортом. Пожилым людям оказывается адресная социальная поддержка. Конечно, уделить внимание каждому в отдельности непросто, но и такая работа ведется, причем на внебюджетные средства. В этой квартире Анна Степановна живет почти 20 лет. Понятно, что за два десятилетия ремонт ветшал. Но обновить помещение пожилому человеку самому очень сложно. За помощью ветеран обратилась к главе Ленинского района Сергею Кошману. По просьбе администрации Ленинского района и администрации городского поселения Видное капитальный ремонт однокомнатной квартиры выполнили сотрудники компании-застройщика МФК «Видное». Мы где-то порядка около 2,5 месяца затратили на то, чтобы восстановить эту квартиру. Вот. Ну, я считаю, что нам удалось выполнить такое поручение главы, значит, муниципального района Сергея Николаевича Кошмана. После проведенного ремонта квартира выглядит красивой, современной. Кстати, об установке сантехнического оборудования и бытовой техники также позаботилась фирма, выполнявшая ремонтные работы. Очень довольна, очень. Я так благодарна этой компании. Они так душевно относились. Телефон записали, в случае чего вы нам звоните и обращайтесь, и все делают. Сейчас хозяйка обживает обновленную квартиру, учится работать с современными кухонными приборами, осваивает посудомоечную машину и мультиварку. А нам Анна Степановна призналась, что с новыми силами ощущает желание жить и наслаждаться окружающей красотой. Татьяна Акимова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.